Девочки, представляю, шикарная атласная блузка, геометрический рисунок, жемчужины в отделке. Девочки, рукава можно, манжетик распустить, здесь жемчужины висят вот такие, смотрите. Можно рукавчик загнуть. Вот такая стильная атласная блузка. Она немножко расширена, расклешена к низу. Спереди завязывается на бант. Можете просто завязать. Вот так вот. Можно на бант узлом. Можно бантиком. Кому как нравится. Мне нравится, когда девочки вот так узлом. Свободненько вот таким узлом. Пусть они болтаются, ничего страшного. Вот такие вот. Вот такая, девочки, шикарная блузка, шикарная. Рукава можно немножечко вот так отвернуть. В тему пойдет очень бижутерия. Девочки, из жемчуга. И вы будете смотреться просто великолепно. Просто великолепно. К этой блузке подобрали брюки, резинки. Вот с такой, девочки, тоненькой стеклярус такой мой. В обтяжечку на резинке. Пояс на резинке. Будете всегда выглядеть стильно. Хоть в театр, хоть в гости, хоть в ресторанчик сходить, в кафе посидеть. Будете выглядеть просто сногсшибательно. На работу ходить. Девочки, кто в учреждениях, кто работает учителями, педагогами, врачами. Это будет просто, девочки, просто необходимая вещь в вашем гардеробе. Атласные блузки. Ссылочку в описании оставлю. Переходите по ссылке, выписывайте и носите с удовольствием. Девочки, брючки утепленные немножко. Резиночки в обтяжку хорошо сидят. На хороший рост, девочки. Я 1,64 м немножко загнула сверху, немножко загнула снизу. Вам они должны быть на 1,70 м, прямо идеально будут. Но блузка выше всяких похвал, девочки. Какая красота. Смотрите. Какие интересные аксессуары. На блузочке уже придают праздничность, настроение. Шикарный вид. Девочки, рекомендую.